Звонок был по телефону. Поговорим о том, о сём. Давайте поговорим чуть-чуть. Сейчас поем, потом еще надо потренироваться. Инферно фитнес, там мой зал. Шалом, шалом. Потому что так удобно готовить и есть в клубе. Нормально к меду отношусь. Просто забываю его есть. Да, это кастрюля бурлит с рисом. Все проницательные. Да, все нормально. Я живу по принципу, все, что мы делаем, все, что с нами происходит, зависит только от нас. Абсолютно все, что мы делаем. 1% это судьба, 99% все зависит от тебя. Вот так. Правильно? Да я знаю, что все наладится. На канале можете поискать ролики про питание, про диету, про все. Самая дебильная фраза. Все будет хорошо. Самая дебильная фраза, блядь. Рис варю. Грудка уже готова. Все, заебись. Ну да, получше чуть-чуть. Рис, ну басмати, мне нравится рис. На данный момент вот такой микс. Чечевицу надо есть. Ну да, это этим веганам, блин, надо есть чечевицу. Мне надо курицу есть. Да, я выхожу в перископ, чтобы немножко отвлечься. Хорошо отношусь к лендоверам. Очень хорошо. Очень умный, грамотный человек. Очень умный. Мною он очень уважаем. Прям
Возможно, что-то может наше мнение в чем-то не сходиться касаемо бодибилдинга, но это нормально. У каждого свой опыт, у каждого свои эти свои исследования какие-то, да. У меня одно тело, у него другое. Все тела разные, каждый организм разный, и эксперименты, они всегда будут отличаться, поэтому он очень сильный теоретик, вот, и практик очень сильный. Лучший бодибилдер в истории — Ронни Коллиман. Наверное. Но мне нравится очень Кевин Леврон. Когда он выступал, очень нравился. Прям. Но если все-таки брать лучшего, наверное, это Ронни Коллиман. Легенда. Я не придерживаюсь мнения многих, что там old school, это эстетика, там еще что-то. Нет. Нет, я же вам отвечаю, Арни, Old School и все прочие, или Хейни, и там все, это не бодибилдинг, это бодибилдинг того времени. Да, Арни — это величайший человек, Ронни любых годов. Если вы внимательно слушаете, что он говорит, то у него не от бодибилдинга проблемы, а у его в роду, у всех мужчин, замена тазобедренных суставов. И если ваши уши этого не слышат, это не дает вам права говорить о том, чего нет. Прежде чем что-то говорить, знаете, надо подумать хорошо. Есть очень мудрые слова. Лучше молчать и казаться идиотом, чем раскрыть рот и развеять все сомнения. Поэтому думайте перед тем, как что-то говорите. Внимательно. Слушайте. Я вообще как бы не придерживаюсь точки зрения вот этих переводчиков, которые дают нам информацию о бодибилдерах. Я не слушаю это все, не принимаю это близко. Вот. Я стараюсь выводы делать на собственных каких-то знаниях, собственном контакте с человеком. Если я с человеком не контактировал, я не имею права о нем говорить никак. Никак его показывают по телевизору, никак его... Мы не знаем, что в реальности происходит, что это за человек в реальности. Мы не знаем. Мы видим телевизор. А в телевизоре... Благодаря каким-то воздействиям, спонсорские какие-то желания, еще какие-то медийные проекты, они могут не передавать сущность человека, которая на самом деле. Он может играть игру определенную, ту, которую ему диктуют спонсоры. Вот ему надо быть плохим мальчиком, он будет играть плохого мальчика. Он за это деньги получает, он создает себе такой имидж. И это народ хавает. Ему надо играть хорошего мальчика. Он будет хорошего мальчика играть, потому что за это платят. Это народ хавает. Там работают над этим, поверьте, такие умы. Кого, как презентовать, кто какую роль должен играть. Поверьте. И все, что вы видите, это все... Это для вас картинка, чтобы вы это все схавали и обсуждали. Потому что если... человек показать, какой он на самом деле, возможно, не так будут к нему относиться люди, как хотелось бы спонсорам и тем, кто платит миллионы. Да, people have it. Поверьте, все, что мы видим, это игра. Игра актеров. У меня нет спонсоров, я ничего не хаваю, я ничего из себя не строю на самом деле. Я не играю актера, я ругаюсь матом, так как я ругаюсь. Если я задумываюсь о том, как бы не ругаться матом, возможно, его поменьше будет.
Я говорю о том, что у меня в голове. Меня никто не проплачивает. Если у меня был контракт, я снимал ролики, которые нужно было народу донести, я это делал. Но любой нормальный человек это сможет отличить, посмотрев контент у меня на канале. Что идет от меня, что идет от спонсора. Мне кажется, нормальный здравомыслящий человек реально поймет. И здравомыслящий человек послушает информацию от спонсора и примет свое решение, пользоваться продукцией или нет. Это дело лично каждого. Вот. А в Перископе, на канале, в своих видео я везде такой, какой я есть. Говорю так, как думаю. Возможно, поэтому у меня немало врагов. На самом деле. Потому что много говорю открыто. Когда угрощу губ. Сань, приезжай. Приезжай. Вон она стоит. Манечка, ты здесь? А, Мань. Я видел тебя. Пуля не дура. Так, что у меня там, блядь, рис какой-то долгий вообще прям. Да, ты желтая. Сипленок. Птенчик. Я думаю, через час тренировка, в 10, наверное, соберусь. Хотел пораньше, но, к сожалению, не получилось. Сегодня спина. Надо уже задать жару спине. Да все нормально будет. Все нормально будет. Все нормально. Ну, имею я право немножко взгрустнуть или нет? Ну, не имею. Ну вот, я ж открыто говорю, я ничего из себя не строю. Поэтому все нормально будет. Да ладно, Сань, забудь вчерашний день, что ты там вчера видел. Это было вчера, сегодня новый день. Давай банку. Кому банку, кому чего. Спасибо тебе еще раз, дружище, что приехал вчера. Поддержал. Пуля, потому что он пуля, потому что он рядом, он пулемет. По настроению музыку. Под настроение. Машина, выход силы, да. А мы вчера с пулей пару раз нажали на педальку перед мусорами. Как, блядь, дванули, пиздец. Ну, правда, он с первого раза херово подхватил. Со второго раза там потом пульнул нехило. Эй, Катя, ты ничего не слышала? Нет, все нормально, ничего, тебе послышалось, короче. Катя, ничего не было, нет. Мент понюхал выхлопных газов, блин. Мент. Блин, надо было банку вырезать, поставить туда прямотоки. Был бы вообще огонь. Теперь уже мне не до этого. Теперь уже надо, блядь, надо хаммер искать. Все, я все никак не соберусь. У меня уже
24 числа уже, наверное, или 20, там в четверг или в пятницу уже можно будет это. У меня уже, наверное, рейндж заберут 24 или 25. Но я его пока не отдам, пока хаммер не найду. Вот. На хаммер точно поставлю прямотоки. Сто пудов. Загоню его к Гришке. Есть такой Гришка. Может, кто знает этот Sound Audio. Гриша Sound Audio. Это такой крутой дядька в спортивной музыке. Музыка для этих, ну, борода, короче. Да. Знаете его, да? Он на М-ке еще гонял в том году. Сейчас не помню, что он там. Вот. Мы с ним в физике тренировались. Это Люба Дресковый муж. Мой хороший приятель. Я к нему хаммера загоню. Он мне туда, блядь, прокачает так музла. Меня, блядь, за 10 километров будет слышно от клуба. Гришка, товарищ. Вот. А вы не знали, да? Вот. Поставят мне туда штуки, наверное. Ну, я не знаю, 2, наверное, хватит сабвуфера. Может, 4. Да, розовые розы. Будем ебашить розовые розы. Вот. Да какого нового хаммера не существует? Я возьму такого старенького. Прокачаю его по полной. Не развалится. Мы ему шумоизоляцию сделаем. Сделаем в корпус. Выкинем обшивку. Сделаем обшивку под колонки. Там по полной программе его вкачаю. Нахерачу на него света всякого. Неона. Еще чего-нибудь. Сделаю, короче, новогоднюю елку, блядь, и буду ездить бомбить розовые розы. Что отвалится, то... Да, правильно, на хаммер можно и саморезами прикрутить. На хаммере что важно? Главное, кувалду с собой возить. Если он где-то встал, ёбнул кувалду, и он дальше поехал. Блядь, как ЗИЛ-130. Ничем не отличается практически. Да, можно еще граффити на нем сделать, Сань. Может это, слушай, граффити сделать, эту фотку в маске, блядь. Вообще будет огонь. Ха! Жесть. Ну, если честно, мне там тело не нравится. Надо что-то другое. Перефоткать что-то другое. Вот башка охуенная, но вот тело мне не очень нравится. Там вены какие-то стрёмные, что-то, блядь. Поверьте, за рейндж мой больше налог, чем за хаммер. 1015 за рейндж больше, чем за хаммер. Раптор. Да, Машунь, есть такой раптор. У тебя тоже есть раптор. Вот. Блять, там рис сварится или нет? Походу он уже... Там после 300 лошадей у всех 150 рублей. На хаммере 315. Вот умножайте на 150. На рейнже у меня 398. Грубо говоря, 400. Вот умножайте. Поэтому на рейнже больше налог. Я знаю, потому что Раптор идет как грузовик. Кстати, еще не факт, я, может быть, найду хаммер с категории С. Может быть, попадется америкос, который тяжелее 3,5 тонн, на категорию С, и будет тоже налог. Я бы на самом деле взял с категории С америкоса, чем этот калининградский хаммер, ну его нахуй. Вот. Но я боюсь, что выбора не будет, их очень мало. Вот. Вот. Просто из-за выбора может не быть с категории С. Так бы я, естественно, категорию С взял хаммер. Да, америкос он получше будет.
Блять, ну там диапазон, не разбежишься, там 2-3 машины, блин. Грубо говоря, за ту стоимость, которую я хочу. Вот. Не, если там, конечно, получится сторговать 1150-200, то можно чуть расшириться, но, блядь, не знаю. Ну, насколько я знаю, хозяева хаммеров прям от счастья пляшут, когда к ним едет кто-нибудь смотреть его. Можно будет яйца покрутить им, поскидывать так серьезно. Хотя ценник реально так упал. Я не знаю, сгорят они у вас или нет. Что вы сделали, чтобы они не сгорели? Что моя мечта? Хаммер? Да, мечта. Да мечта, блин. Если честно, мечта с детства, наверное. Мечта с детства. Я же не знаю, с какого года или когда. Да, есть люди, которые что-то отговаривают. Ну, вот, ладно. Ну, возьму я какую-нибудь другую машину. И буду дальше ездить, думать о Хаммере, блядь. Ну, вот лучше я его возьму и успокоюсь. И все. Поэтому хочется мне... Я ж не такой, как все. Машину хочется не такую, как у всех. Вот и все. Я просто езжу, смотрю там. Ладно, там Q7, GL, Крузак, там, я не знаю. Че угодно, блядь. Не нравится мне ничего. Ну не хочу я, блядь, в эти машины. Всякие там паркетники, финики, шминики, блядь. Ну не хочу я в эти коробочки. Сука, хочу самую здоровую машину, блядь. Да, Хаммер это Шевроле в основе. Не хочу я Кадиллак, не хочу я Таху. В принципе, в эти деньги можно и Кадиллак, и Таху взять. Но не хочу я, блядь. Это все одинаковые машины. Хаммер один в своем роде. Вот реально он один. Единственный в своем роде. Вот хочется мне его. Поэтому... Пикапы я тоже не хочу. Все эти Dodge Ram, там, Тундра, Хуюндра, блядь. Ну, сарай, блядь. Пикап по своему предназначению, блядь, сарай. Возить навоз, ебаный в рот, в кузове. Да, они там здоровые, там, еще что-то там. Ну, блядь. Ну, навоз возить, они сделаны. У меня была белая Волга, ребята. Была Волга. Это моя первая машина, можно сказать, Волга. Белая Волга была. Потом была белая девятка. Вот. Потом был Москвич Святогор. Потом, блядь, не помню еще что-то было. Потом какие-то иномарки пошли. Там всякие Рено, Шмино, там всякое. БМВ была у меня в 39-м, в 34-м кузове была на автомате, блядь. 88-го года выпуска. Это вообще зверюга полная, блядь. 31-10 у меня была Волга. Ой, 31-024. 31-024, переходная. Гелик? Ха, гелик это следующая машина, которую я хочу после Хаммера. Вот на Хаммере отъездю, но на гелик надо денег много. На хороший гелик пиздец надо сколько денег. Вот если честно, наверное, если когда-то соберусь потом Хаммер продавать, гелик это будет следующее. Да, Тусан был, да. Был Тусан. Была у меня Hyundai Elantra, новенькая, из салона брал. Единственная машина, которая... А, нет, ну вот Волга, ну это батя покупал тогда еще. Это девятку, ну вот сам я покупал Elantra. Она мне очень нравилась. Очень прям нравилась. Да, Сань. AMG гелик. Продам клуб. Куплю гелик. Пару раз на нем газану. И выкину его, блядь, в помойку. Пойду, блядь, к
консультации проводить по интернету. Что обещал? Да, Волга, блядь, как корабль швая. На Волге столько проехался, представить не можете. Я на Волге бомбил. Бомбил, сутками, блядь, катался. А когда ездил на 24-й, я мечтал о 31-10, когда вышел Волга. Бля, мечта была пипец. Голубе старшему. Да как? Нормально отношусь к Димону. Что мне кажется, сейчас его понесло немного. Не заметили, что его понесло. Что-то как-то, мне кажется, блин, может, звездность какая-то у него там появилась. Корона, наверное, начала расти. Что-то как-то его понесло. Раньше он другой был. Так что Голуба немножко не радует. Он как бы в своем репертуаре, но чувствуется, вот, ну, может быть, это мое, это чисто мое мнение, но Голубу понесло, реально, мне кажется, в занос немного. Ну, я сравниваю Голубу, которого я раньше знал, а которого сейчас. Нет, с Валерой Живухиным не доводилось общаться, кстати. Да, края крайние. Да нет, но слишком заносить стало в разговоре. Он уже как бы это самое, палку стал перегибать. Вот. Да не смотрю я всяких Давыдыча. Чё мне смотреть-то? У меня есть люди в реальной жизни, с которыми можно пообщаться на машины и по поводу машин и узнать мнение. Так Валерон же на весну готовится. К Гусеву хорошо отношусь, к Гусеву. Ничего плохого он мне не делал. Он очень хорошо отзывается обо мне. Отзывался в интервью, везде. Мы с ним здоровались несколько раз. Общались так, чуть-чуть скользь. Не приятели там, но к Гусеву я хорошо отношусь. Почему я должен к нему плохо относиться? Человек делает свою работу, развивает, он очень старается. У меня, кстати, есть мысли вообще, мне тут подкинули идею, он вроде такой легкий на подъем парень, пригласить его вообще в Инферно на семинар. Я только за. И мне как бы, блядь, насрать на мнение каких-то там людей, которые что-то там про него говорят, того, чего не знаю, которые... Какой-то вот это, знаете, один брякнул, и все там начали кукарекать. Для меня важны личные человеческие качества. И про Миронова много чего говорили. Я с Мироновым лично познакомился, пообщался. Просто охуенный парень. Просто пиздатый парень, ребята. Знаю его теперь лично. Как очень хорошего, порядочного человека. Вот. Трухину я боюсь. Фу, я боюсь Трухину. Я на фоне нее буду дрищом. Никогда Трухину не будет здесь. Никогда, ни за что. Я всем менеджерам сказал, если она вдруг появится здесь, не продавать ей карту даже за 100 миллионов тысяч рублей. Никакую карту не продавать. Я боюсь Трухину. Это невозможно. Я всем охранникам повесил фото везде, блядь, вот здесь в Праге, чтобы ее не пускали сюда. Вот. Ни за что! Нет, я это не смогу пережить. Да я ее знаю, ребят, уже лет 10 назад, Трухину. Когда она еще совсем девочка, блядь, приехала в Москву. В первый свой зал. Мы тренировались в одном зале с ней. Она с косой раньше ходила там еще. Я реально, сейчас точно скажу, 8 лет назад она приехала в Москву, или 9, и тренировались мы вместе в Жулебино, в планете фитнеса. Я еще с тех пор ее знаю. Вот. Так что вот так вот. Ребята. Да, я тоже с куриной грудки расту.
Ну ладно, пойду я есть, уже нахер все поостывало. Время, бля. Ладно, в 10 часов, наверное, включусь. Пойду покушаю. Спасибо, встретимся на тренировке. Встретимся в зале, короче, Вася. Эх.